Архиепископ якутский Ленский Роман посетил Алмазную провинцию с рабочим визитом. Особое место в его графике занимало посещение Мирнинского регионального технического колледжа. Там он намеревался выступить с презентацией нового предмета – основы православной культуры. С этого года МРТК, первый среди СУЗов Якутии, решился на этот эксперимент. С таким системным подходом, пожалуй, МРТК – первый колледж. Первым всегда быть сложно, поэтому я здесь, поэтому я готов поддерживать и помогать. Презентация основ православной культуры прошла в форме диалога. Архиепископ дал вводную часть, а затем ответил на вопросы студентов. Один из них звучал так: чем будет полезен данный предмет для студентов других вероисповеданий? Здесь архиепископ подчеркнул, что новый предмет несет не религиозную, а культурологическую идею, поэтому благотворно повлияет на развитие любой личности. История нашего государства состоялась благодаря участию православной церкви на всем протяжении созидания, тысячелетнего созидания этого государства. Так что государственная идеология, церковно-общественные, личностные отношения, обычаи, традиции народные сформировались под влиянием православной культуры. И знать о них – это значит и уважать историю своей страны, и, с другой стороны, быть образованным человеком. Предмет будет вести преподаватель колледжа в форме факультатива. Необходимая учебная литература уже приобретена. Когда встал вопрос о том, вводить ли этот курс в стенах нашего колледжа или нет, в общем-то, не возникло у нас ни особых вопросов, и тем более не возникло противодействия введении этого курса. Внимательно проанализировав содержание этого курса, внимательно проанализировавши, о чем там мы будем говорить, что мы будем объяснять студентам, мы вместе с педагогическим коллективом пришли к выводу о том, что этот курс содействует и нравственному воспитанию студентов, помогает и в культурном их восприятии, и историческом восприятии. И в целом, обсудив всесторонне этот вопрос, мы пришли к выводу, что этот курс будет весьма полезен нашим студентам. Руководство колледжа отмечает, что религиозное просвещение не ограничивается работой только с Русской Православной Церковью. МРТК открыт к диалогу и готов рассмотреть все предложения от представителей других религиозных конфессий. Роман Муконин, Василий Потапов, телеканал «Алмазный край».